в общем, не всегда во Флориде тихо и спокойно, как вот сейчас, когда я снимаю, и рядом с нашим домом гуляют вот эти вот песочные, песчаные журавли, и солнышко светит, и наш пруд совсем небольшой. Но часто бывают и ураганы, как называют hurricane, у которых есть красивые имена, но они совсем некрасивые, эти ураганы. Помните, что было в прошлом году, когда пришел ураган? Мы уехали из дома, но, к счастью, наш дом не затронуло. Но у нас часто идут дожди летом. Лето – это сезон дождей, и дожди бывают вот такие вот шквальные. Особенно. Как в тропиках. Это время дождей. Почти каждый день обязательно. Минут за 10 до этого было все тихо и спокойно. И вот такой вот налетел. А сейчас приближается не тропический шторм, ураган, hurricane Идалия. И начался он около Мексики. Сформировалось как такое, как какое-то формирование, не ураган, но потом он образовался в ураган категории 1, сейчас он около Кубы, потом, пока идет по Мексиканскому заливу, будет категории 2, потом будет усиливаться, и когда достигнет нашего побережья, вот где мы живем, уже будет категория 3. Сейчас категория 2 – это 100 миль в час, это 160 километров в час, когда достигнет нашего побережья, будет 115 километров, миль в час, умножайте на 1,6. Вот посмотрите, в другом сообщении очень хорошо видно, где мы живем, как раз в этой зоне, которую захватит этот ураган Спрингхилл. Видите? В общем, всем приказано, ну не приказано, а сказано, что эвакуироваться из мобильных домов, как наш, например, потому что будут разрушения, будут наводнения. В общем, страшно об этом говорить. Но куда мы поедем, не знаю, куда мы будем сбегать. Скорее всего, я не знаю, в Майами, в сторону Майами. Ну, в общем, завтра утром посмотрим. Ну, в общем, ничего хорошего. Вот так вот.